Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями об ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» РБ Лейпциг и «Локомотив» Атлетика, которые состоятся сегодня, 15 марта. «Из всей тройки наших клубов у «Зенита» самые предпочтительные шансы пройти дальше в Лиге Европы. Гол в концовке первой встречи намного повысил шансы команды «Дома». При своих трибунах «Зенит» сыграет в совершенно другой футбол, зрелищный. Надеюсь, они покажут, как команда может играть, выиграют у РБ Лейпциг и выйдут в 1/4 финала Ле. Что касается отсутствия из-за травмы Эммануэля Маммоны, то незаменимых игроков нет, и тренерский штаб найдет оптимальный вариант для замены. РБ Лейпциг – очень хорошая молодая команда. Прилично играет в этом сезоне в чемпионате Германии. У них в средней линии и в атаке есть очень быстрые игроки, и с этим зенитовцам нужно быть очень и очень внимательными, но думаю, «Зенит» выиграет 1-0. Перед «Локомотивом», конечно, стоит очень трудная задача – пройти в следующий этап. Как видно из комментариев футболистов и главного тренера, шансы у команды есть, железнодорожники будут цепляться. Прежде всего они постараются показать хороший футбол, чтобы болельщики, которые придут на стадион, получили от игры большое удовольствие. «Атлетика» очень надежно играет в обороне, поэтому у москвичей мало шансов. Мадридский клуб на протяжении последних лет играет весьма прилично и борется за самые высокие места в чемпионате Испании и Еврокубках. Какие-то комментарии здесь вообще излишни, это топ-клуб, что касается счета, то будет ничья 1-1, сказал Радченко в беседе с корреспондентом чемпионата Марианной Багдасаровой. «Зенит» РБ Лейпциг ожидается 43 тысячи. Зрителей, гостей поддержит 39 человек.